Так, всем привет, дорогие друзья, с вами тут Импаут, и наконец пришел момент, когда я довел своего тираннозавра до 40 уровня, плюс велоцираптор 40 уровня, и вот он, третий фиолетовой звезды, Индоминус Рекс, легендарный, первого уровня. Испытание 4 часа будет длиться, и я нажал кнопку старт, и все. Теперь у меня не будет тираннозавра и велоцираптора, но зато у меня будет вот этот монстр. И вскоре я его выведу, да, я его выведу. А пока мы поучаствуем в новом турнире, который у нас открылся в сети. Так. Обменяем сейчас тут вещички. О, хорошая сделка. Я думал, то, что у меня не хватит там ДНК. У меня, оказывается, все хватит. И у меня теперь будет мой монстр, которого зовут Индоминус Рекс. Так, это еще 1.22 часа будет длиться атака. Мы сейчас пойдем сражаться за главный приз, вот этого вот динозавра. И я предлагаю сейчас пока кого-нибудь не сильно сильного взять. Вот так я пойду. Ну так и знал, мне сейчас тут каких-нибудь слабаков подсунут, это жить. Естественно. Ну что, на, получай. Полетел гигантозавр. Аллозавр. Пацан, зачем ты поставил одних хищников? Ты думал, что они тебя спасут? Я ж безбашенный, мне ничего не страшно сейчас. Окей. Это ты мне типа прописал, да? Ну на, я тебе в ответку. Все-таки зря я такую серьезную команду взял, походу. И сейчас у нас будет барабан, где мы можем выбить набор. Этот набор этого динозавра. Я бы вообще охренел, если бы я выбил. Потому что это была полная жесть. Окей. Так, я сейчас должен быть в добыче. Все шикарно. Итак, мое колесо удачи. Ну что ж, давай мне набор. О, набор загадка. Это хорошо. Но было бы лучше, если бы мне дали набор этого турнирного динозавра. Очки доверия не забываем. Так, теперь опять погнали. Только я теперь поставлю вот такую команду. Даже мне все же кажется то, что будут сильные. Блин, серьезно? Че такие слабаки? Так очень, как будто я не тех, кого надо, выбираю. Тираннозавра у меня больше нет с тем велоцираптором, поэтому придется как-нибудь без них справляться. Так, под 123 ты атаку, да, не бьешь. Ну чё, давай. Сожарешь? Или боишься?
очки, ты набираешь очки, это я понял. Его даже не откинул, я не знаю никак. Ой, дурачок. Че, вот этим своим ничтожеством меня убить попробуешь? Или вот этим? Пипец, не убьет, смотрите. На себе эту и еще щит. Очки себе, щит поставлю. И чё, Джунгариптор, давай. Сожри меня, пипец. Чё такие слабаки попадаются? Мне аж даже, не знаю, как-то неловко стало. Ну да, наверное, соответствующая лига, такие противники. Но я сейчас высшую сразу пойду. Так, неплохо. Очень даже хорошо. Так, теперь я в лиге выживший, лучший 25%. Интересно, вот надо вот в колесе удачи выбить. Набор... А, пролетел! Так близко пролетел, ё-мазай. Зато у меня есть обычный набор. 50 баксов, 170 зунка, выносливость и ютораптор. Нормально. Еще раз хватка. Так. Сейчас мы поставим, пожалуй, вот так. И так. Попробуем сходить. Да, такая мощная атака, я просто охренел. Не, пожалуй, лучше сразу так решу. Я просто всегда мечтал выиграть в турнире, вообще вот всегда. Так, ответил мне, да? Ну ладно. Вот в таком вот большом турнире за какого-нибудь там динозавра, которого ни в одном наборе карточек не найдешь, чтобы быть таким крутым, выпендрёжным. Всё, атаку на меня стоит, это очень разумно, да. Наверное. Ведь я сейчас завалю быстрее. Пипец. А теперь просто своим аллигатором сожру. И все, победа.
Так, давай, ну выбейся в рулетке. Выбейся, ну пожалуйста, выбейся. Выбейся что-нибудь прикольное, вот я вот прям прошу. Вот набор, вот это вот набор динозавра турнирного. Прошу, вот пожалуйста, пожалуйста, ну выбейся сейчас в рулетке. Я же вон как быстро расту. Давай, пожалуйста, умоляю. Давай, 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 давай. А, блин. Невезуха, ладно. Так, сейчас сделаю небольшую паузу, не переключайтесь. Так, ну что ж, пауза закончилась. Продолжаем. Теперь вот так я пойду. Пожалуй, все. Можно же, ну ладно. А вообще, зачем я этого взял, когда я могу какой-нибудь там, я не знаю, вот так вот взять. И все. Каких-нибудь придурков. Если я выиграю в турнире, то, разумеется, я уже, наверное, бомжом не буду. Мне там какие-нибудь большие награды здорово выдадут. Тем более у меня Индоминус Рекс на подходе, он делается. В процессе. Я уже этот процесс запустил сегодня. Жду поздравлений, то что наконец будет Индоминус Рекс. Пипец. И это он называет атакой. Завершаем. Так, идеально. Сейчас у нас будет колесо фортуны. Не переключайтесь. Ну что ж, у нас пауза остановлена. Сейчас будем крутить рулетку. И... Интересно, а что будет, если я вот нажму вот сразу, это пусть у меня будет этот Ютиранус? Или не будет? Хотя вряд ли так получится, потому что она довольно быстро вращается. Так, и опять выпадает набор загадок. Так, теперь с Тигацератопсом пойдем. Так, и еще я возьму Пастозуха вместе с Пеликанептериском. Так, сейчас одного удара вынесем. Все, супер.
Что у нас дальше? Аэротитан. Сейчас мы его тоже вынесем. Блин. А вот и не вынесем, походу. Так, пощечине бьет. В ответку надо. Походу с атакой переборщил, конечно. Так, сейчас я ему отвечу. Все идеально. Тащили. Так, вот бы сейчас выпал этот динозавр. Вот бы он сейчас выпал. Я орать буду. Я просто буду орать. Если упадет его набор сейчас. Это надо просто каждые выходные тут сидеть и играть, чтобы просто так этот турнир выиграть. А что если сейчас в рулетке фигак и выпадет? Это ж вообще жесть полная будет. Так, я теперь в Лиге Охотник, лучше 10%. У нас теперь его колесо удачи. А сейчас надо молиться. Давайте молитесь со мной. Так, и... нам выпадает... А, проехал мимо. Мимо проехал, и нам выпадает обычный набор. И тут у нас 170 ДНК, 50 баксов, 35 тысяч... и Тробиогнат. Жалко. Обидно. Так. Потом... Так, вот в главной награде вот что тут... Ютиранус, гарантированно. ДНК, баксы, монет. Короче, если в доминаторы попадем, то вообще шикарно будет. Так, ладно. У меня больше не осталось динозавров, постараюсь выиграть этот турнир в течение всех выходных, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Тутемпаут, всем удачи, всем пока.